Сочи активно готовится к курортному сезону. Отели, гостиницы, кафе и рестораны ждут тысячи гостей. Помочь привлечь еще больше клиентов, в том числе предприятиям из сферы сервиса и гостеприимства, готова компания «Первый БИТ». За почти 20 лет работы с фирмами любой отрасли на счету компании «Первый БИТ» более 50 решений собственной разработки. На ее счету 150 тысяч успешных внедрений автоматизированных систем. Наша компания «Первый БИТ» является крупнейшим франчайзи 1С в России. Занимаемся автоматизацией учета, управлением предприятий, поставкой оборудования. В нашем арсенале множество собственных решений любых отраслей. Это и финансовый учет, строительство, ЖКХ, ресторанный бизнес, розничная оптовая торговля, складская логистика, а также многие другие. IT-услуги, построение сетевой инфраструктуры, защита информации, разработка мобильных приложений и качественная автоматизация с учетом отраслевой специфики. Это только часть услуг, которые готова оказать компания «Первый БИТ», предлагая развивать бизнес на основе новейших интеллектуальных технологий. Мы автоматизируем и производственные процессы, которые связаны с автоматизацией процессов приема заявок, обработки их, и также автоматизацию учета, и управленческого учета, и финансового. То есть в конце концов получает человек, собственник или директор, управленец, получает некий набор данных, при помощи которых он может уже оценить, насколько эффективно работает в тот или иной период его заведения. Компания «Первый БИТ» готова внести свой вклад в развитие гостинично-ресторанной сферы. Цель – повышение качества услуг в курортном Сочи. «Первый БИТ» регулярно проводит различные бесплатные семинары. В ближайших планах целая серия по автоматизации и построению систем учета. Стенд компании «Первый БИТ» можно найти на выставке «Индустрия гостеприимства». Он представлен партнером компании Торгово-промышленной палатой Сочи. Выставка работает до 16 апреля. Галина Моисеева, Ольга Десятова, Михаил Дубинин, телекомпания ФКТ.